Твичи и еще какая-то, то может. А вот один и тот же, два Твича, там два Ютуба не может. Ладно, не благодарите, мы запрещаем Вайпера. Погода сегодня хорошая, если честно. Ух, сегодня настройка просто Dota 2 Forever Production. У меня сегодня хороший онлайн. Я очень сильно ругаюсь с подписчиками, потому что они мне просто раздражают. И никто не подписывается на телеграм-канал FN Широков. Собственно, хамство. У нас запущен 3. А, еще ВК 4. Это Виверна. А, это Виверна. Сори, это Виверна была. Ошибка. Я здесь хорошо. Спасибо. Спасибо за помощь. 500 рублей теперь переведи, пожалуйста. По ссылке. Донатайлер. Донатайлерс. Каждая подсказка 500 рублей, ребят. Не забывайте. Плюс 500 рублей сразу же присылайте. И тогда подсказку будем использовать. Как говорится, хотите помочь, помогите материально. Вот и все. Ладно, шутка. Минутка. Я на верхней линии. Берегитесь. Играем за лайфстиллера. Самое лучшее для новичка — это играть за лайфстиллера, либо разор. Разор, конечно, посерьезней, в плане того, что он полегче. Лайфстиллер мне просто нравится. Ну что, если эту катку я затащу, то выложу этот контент. И вы посмотрите уникальный продукт, которого нет на просторах Ютуба, Твича, да и вообще в этих медиапространствах. Так что так. Ставьте лайк, пишите комментарий. Я все равно не читаю, а на лайки мне просто все равно. Спасибо, хорошего просмотра. Чаек, кофеек. Готовьте, пожалуйста. Lifestealer. Не знаю, видишь, по онлайну как-то она странно Dota типа себя проявляет очень. Ну, в плане того, что выпуски, Reels там... Ой, я сегодня забыл Reels выложить. Reels хорошо смотрят Dota, шорцы там. Я вот играю 2 недели, у меня 4 видоса по 10 тысяч просмотров. Именно Dota. Как бы ни ныла аудитория про Fortnite, вот этих школьников. А Dota, наверное, интересная игра. Классно. Никогда бы не думал, что я буду играть Dota. Мне нравится. Ну, вчера я Fortnite тоже играл. Я буду разбавлять, если будет Fortnite. Просто они нетерпеливы, им лишь бы поиграть вместе, но я не играю с ними. Да, они ботинки, типа, что с ними играть. Приготовьтесь к битве. Я просто в соло играю. Потом они также отвернутся, и все. Смотрят, бах, все, перестали смотреть. Че толку время тратить? Это ли... Ладно бы ребята были... Нормально, а так. Поиграли с тобой уже, потом эфир не смотрит. Детский сад, ясли чисто. Я хочу играть то, что мне нравится. Мне нравится Dota 2, я играю в Dota 2. Устал от тот Dota, пошел в Fortnite. Все. Как бы кайса не будет, кайс никак не удален. От кайса удалить, кстати. Вот так. Нытья очень много вокруг Fortnite. Вот я вчера зашел в Fortnite, стримил Fortnite. И что вы думаете? 3 в 2 играешь. Это я не знаю, что такое. А... Это что, это надо ливнуть? Плейдж. Плейдж нормально подсказывает. Почему они ливнули, что ли? Ты мне смотри, а то я получил лоу приорити. Не хотелось бы. Ну что, доигрываем. Она в счет пойдет? Мне главное до рейтинга дойти. Пацаны, сейчас мне стрёмно, если честно. 3 в 2. Почему эти кресты ушли? А я не знаю, я этим не занимаюсь. Я просто играю в Доту. А у тебя что? Секретив. Я не занимаюсь, кроме Доты, ничем. Я не знаю, что такое вообще биткоин. Мне главное в Доту играть. И все. Держи. Да когда это было? Когда? 7 лет назад? Чё я держал? Я держал, знаешь, когда в туалет ходил. Я вот держал. А это? Ты, наверное, не так понял. Не, ну я изучал, как бы. Но уже давно не занимаюсь.
Ой, это что? Клик. Это было. Это ошибка. А, оба я залагал. Что за ошибка? ОБС что-то там написал. Трансляция идет или нет, не могу понять. А что тебя так это волнует вопрос? Не занимаюсь зачем? Как бы Dota 2 нормальная тема. Я вообще про, я про деньги вообще не говорю на стримах. Абсолютно. Типа, сейчас. Это не имеет значения. То, что когда было дело, там разговаривал, рассказывал. Опять же, блядь, тяжело было донести до дураков какую-то важную информацию. И потом в одночасье я просто перестал вообще про это разговаривать. Так что на такие темы. Ну, как бы я ничем не занимаюсь, занимаюсь вот дотой. Мне нравится дота. Как бы вот у меня партнерка есть. Неплохо. Кстати, если вы хотите продать скины, пожалуйста. Сейчас онлайн дорастет, но я надеюсь, что расчехлю с дотой по онлайну. А там мне абсолютно, в принципе, пофиг. О, есть у меня еще одна партнерочка интересная. Мне уже можно двигаться. Я не тут. А, да не, бро, а я что-то тоже залип, и сейчас погода. Ничего страшного, бро, успеем. Впервые, наверное, за год, два дня в подряд я хоть кайфанул. Ничего, я изучаю контент все это. Ничего страшного, Серег. Сори, что голосовым просто в доту играю. Успеем, может, на следующей недельке. Я пока изучаю, как свет. На самом деле, постановка света — это самое важное. Вот этот бзик про технику у меня уходит. Короче, вечная, знаете, погоня. Не знаю, если вы контент-креаторы и занимаетесь вообще контентом, постоянная тяга вот к этой хрени, с этой техникой, постоянно хочешь купить там лучше камеру, лучше это. На самом деле это все говна, не, говно, короче. Маркетинг, который просто вбивает людям, так сказать, глупым умам в голову, что нужно тебе купить какую-то камеру, чтобы было все круто. Чтобы было все классно. А суть не в этом, ребят. Поток. А, это то, это интересно. Так. Так, кто-то мне написал, собственно, в чате, что... Мне написал в чате что-то про этот... Про то, что мы играем в 2-3. У меня идет это в стату или нет? Блин, ну ладно, что я буду разносить по-быстрому. Да и дело с концом. Опять же, а Bounty Hunter. Стрёмно сейчас. Стрёмно. Отхилил чуть-чуть. Bounty Hunter бот стоит. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют.
Так, чё? Приветик, как стрим? Стрим нормальный. Много ругался с подписчиками. Хамство, много хамил. Многих сбанил. Все хорошо. GTRP. В GTRP играть не буду вообще. Никогда. Надеюсь, я привык не услышал стрим. А, про биток не занимаюсь. Не занимаюсь ничем. И про деньги вообще не разговариваю. Не занимаюсь этим. Вот как-то так. По какой цене? Не знаю. Не, ничего. Все потерял. Все потерял и как бы больше не занимаюсь. Фиксанул, да, получается. Я про биток не услышал, стрим лег, ты уже фиксанул, получается, по какой цене. Я ничего не держал, в принципе. Просто изучал вопрос. Ответил, секретив. Ничем не занимаюсь. Я просто играю доту, все, больше ничем не занимаюсь. Ну, снимаю контент и играю доту. Ну, Fortnite еще. То есть контентом. Занимаюсь YouTube. Это намного мне интереснее. Плюс есть партнерка у меня. Все отлично, как бы. За что так с ними? Да потому что глупые вопросы. Типа. Хамские. Ну, хамское поведение. Устаешь от него. Приходится как бы ругаться. Так-то, конечно, я человек достаточно хороший. Сам понимаешь. Очень такой... Устойчивый еще. Ну вот, приходится и не понимают. Даже так. Не понимают меня. Блядь. Йо. Дело. Да, сейчас было плохо. Так, все ответил, да? Стрим не лег, все нормально. Стримит. Блять, меня что-то эта фантомка ебашит. Конкретно. Опять не Fortnite, отписка. Ну да, Серег. Я тебе сорян, я голосовым отправил. Короче, я все. А то, что про свет, да там, блядь, постоянно ты просто видишь всех. И вот сейчас смотри, у меня картинка намного лучше. Но несмотря на то, что дневное солнце, ну просто вот рисуешь. То есть у меня основного заполняющего нет. Я чуть-чуть боком поставил эту задрыпанную лампочку. И совсем другая картинка, вот даже на вечерних стримах. Можно посмотреть. И этого достаточно. Ну я подобрал там свет. Короче, технические особенности. А смотрю, вот эта съемка в кадре, ну ему, скорее всего, поднесли, типа, камеру. Он снимает на А7C. А7C хорошая, но, блин, сейчас что-то опять циник на нее. Не знаю. Не нужно это все. Это все, короче, хрень. Просто берешь телефон, выходишь, фотографируешь. Все, пожалуйста, выкладываешь. Все это, блин, моя вечная погоня. Ну, потому что хочется как-то себя радовать и в плане того, что... Ну, мне нравится это. Сегодня я снимал на телефон. Впервые, наверное, в жизни за долгие годы что-то по сценарию налепил. Конечно, кусок говна вышел. Но это уже другая история. Хотя бы по сценарию, по сюжету. Я вот все гонюсь за техникой, а сюжетом не гонюсь. А в этом-то фишка-то в сюжете. Парадокс в том же, что ты доносишь, а не как ты это делаешь. Всем насрать, на что ты снял. Хоть ты там Ари себе заказал. Все борются за внимание, типа, если ты четко донес информацию, и эта информация хоть что-то стоит, она либо как-то полезна, либо просто она достаточно интересная, то неважно, хоть на Тетрис. Но понятно, что если хреновый звук, и там все в пикселях, понятно, это несмотрибельно, тут уже другой вопрос.
Так, телефон это, наверное, вот лучше. Поэтому круто, что я вот с этим курсом, когда это все там 2 года назад, нет. Но в феврале того года, когда год у меня телефон, я взял не камеру, хотя мог камеру, да, взять, а телефон. Ни с чем не потужил, набрал вот небольшую аудиторию. А свет, если не Fortnite. Вот, вот, вот. Да мне свет сейчас тоже не нужен. Ну, учусь с этим работать. То есть у меня есть там задрыпанные. Там же дело не в этом. Там всегда должна быть постановка света. Это получается 2 у тебя спереди и 2 сзади. Вот я просто их заменил дешевыми лампами. Вот они стоят. Прожекторы по 300 рублей. То есть один мне в спину бьет, один так. Короче, заполняющий, рисующий, чтобы был треугольник на лице. И нормально. Особенно вечером. Но когда вот фоны... Видишь, у меня заполняющий от окна. Когда фон, конечно, это она вот эта пуколка, она не срабатывает. Для этого нужен софтбокс. Ну, в принципе, в том году я для этого или позапрошлом году я брал этот софтбокс, который потом продал. Ну, просто дороже продал. Типа, не знаю, сейчас есть как бы маза. Опять же, ждать его долго, что-то я как-то это... медлю, в общем. Долго его ждать, не знаю, стоит, не стоит его брать. Такое у меня вот постоянное. Но я все подобрал, и софт подешевле, и свет сейчас лучше появился от Young Note, тоже дешевле на 3000. Причем я тот дороже продал, а он год использовался, все-таки лампа есть лампа, типа, ну за год, думаю, подразнесло его. Так, 2 спереди и 2 сзади. Да, так и происходит, да. Да. Да на самом деле, блин, просто парадокс. Это вечная хрень. Я даже про сегодня даже видос я делал, я не знаю, сколько получилось. Это вечная хрень, продают они. Они все это говно продают, эту всю технику, сколько камер выходит. А фишка-то не в камерах. Но ты постоянно хочешь это. Но у меня еще просто из-за того, что я на полный кадр снимал, как бы, мне постоянно, конечно, хочется, чтобы я не купил, мне постоянно хочется этот полный кадр, блин, но сейчас ценник на полный кадр слишком жирный. Ну, типа, чтобы нормальную взять, ну, до хрена надо отвалить. Ну, типа, очень дорого. Очень дорого. 90 восстановление. Поэтому как-то так. Не знаю. С моим монтажом, мне опять же, я вот себя такое, типа, останавливаю. В том плане, что нужно, ну, допустим, качнуть свои навыки, да, какой-нибудь... Вот начну монтажом заниматься, вот куплю, типа. Это хотя бы мне как-то останавливает от нерациональных покупок, опять же. Да сейчас как-то полегче стало, потише. Но вот этот видос чувака, мне понравился, как он подходит, я такой смотрю. Чувак, чтобы ты понимал, снимает на камеру за 10 тысяч рублей. Это Canon D... 550, то есть это вообще как бы она там года 10 или 12, ну прям вообще ретро. И он снимает хорошие вещи, потому что она что, Full HD хорошо она снимает. Как бы можно делать, тут главное, что ты снимаешь, да, как, ну типа по сценам. Понятно, что это не дело голых и на журнал. Но мне нравится его подача в плане того, что он не сильно боится на всякие, ну, типа, за бабки, там, разыгрывает свой задрыпанный объектив Vivitar, знаешь, советский. Как бы чувак хорошо подходит. Это находка для меня сейчас в интернете, потому что обычно в основном это засланный свет, засланное какое-то китайское говно, которое они рекламируют, да, и не есть хорошо на самом деле. Ну, то есть они все на рекламе, особенно видаки, они что-то продажные до хрена. Еще хлеще, чем другие, как ни странно. Ну, потому что хотят заработать, все-таки труд такой тяжелый, таскать эти камеры. Подача интересная. Да, подача интересная, как бы на такой вот, на такую маленькую аудиторию круто сделано, на самом деле. Чел, не знаю, какой-то фанатик, он простой вообще там. В деревне вот он снимал тест-драйв. Он года снимает, походу он какой-то режиссер, вот как хобби. Я вот сегодня узнал наконец-то, почему вот 300X там Амаран лучше, да, в каких задачах. То есть он, даже мне вот Ваня объяснял, типа, важно под задачу. У меня вот есть такой бзик, то есть у меня задачи нет еще, а я уже хочу, типа. Вот у меня нет такой, прям такого спроса, особенно после перехода с Fortnite на Dota. Типа... Нет задачи света или там второго компа. А мне хочется, потому что я думаю, ну пригодится, ну впрок. А где мне это говно хранить, как бы?
Ну, тут благо, если, конечно, ой-ой-ой, если хорошо выбрать, то не прогоришь по бабкам. Опять же, тоже вот какой-нибудь скам один, может, такой думаешь, да лучше бы я купил, я лучше бы купил, да. Ну, блин, ничего страшного, ничего страшного. Все это опыт когда-нибудь будет. Но мне нравится, что наконец-то я расчехлился, что-то там хотя бы смотрю по сценарию. Все ливнули, да, походу? А, мы с Санкингом остались. Так. Да, мне надо добить уже эту катку. И все. А так. Короче, все намного проще, чем кажется. Желание важно. Вот желание, да. Это как вот была тяга. Ты помнишь, да, мы снимали на этот телефон. Как так говорится? На телефон, когда вот это, сколько проходит время, да? 2 года назад мы снимали на телефон, ты мне еще учил по фотошопу вот этой всей истории. Какой был вайп вот этой всей съемки, тяга-то, когда я в мытищах еще жил. А где хранить, если кругом джинны и шайтаны? Вот-вот, я тебе про то же, да. Тут джин утащит, понимаешь? Я-то куплю, окей, там 5 тысяч, ну, не так страшно. Ну, тебе по ней хочется тратить, но не так прям. Ой, ёпта мать. Не так критично. А где хранить, если джинну утащит? Джин-то утащит, понимаешь? И вот, и я такое пришел к мнению, что важно, наверное, вот эта тяга, желание, да, снимать. Как такой вот этот... Откуда оно берется, хз? А ты такой вот так щелк? Уже 2 года нет. Щелк 4 года нет. Щелк 9 лет, допустим. Вот, я щелк вот так. Я уже 9 лет в Москве. Я уже не понимаю. Я уже не помню, что там, какие улицы у меня в регионе. Ну, тут вот парадокс, что я вон с Пашком играю. Как бы из Орла, из детства. Я помню, мы там после школы стояли, мечтали обо всем. И сейчас мы играем в Доту. Серьезные дядьки. Ну, конечно, это кринж. Но это прикольно. Это ностальгия. Хоть я и не люблю ностальгировать. Интересная тема. Но я думаю, что рано или поздно расчехлюсь. Ничего страшного. Так, телефона. Я вот единственное, что себе такой штативчик маленький. Возьму не штативчик, а крепление. Чтоб не с этого не снимать. У меня есть такое. Но чтоб не снимать, и с вебкой бесплатно был. Как бы, ну... Да ёп. Надоели уже. Бля. Посмотрим. Ладно, сейчас шторм соберу. Я не знаю, мне надо вывести эту катку, но это какая-то хрень, это несмотрибельный, да, контент? Ну ладно, хотя бы тут всякие дискуссии были интересные. У нас тут Санкинг остался. Баунтин Хантер. Инвокер. Инвокер на мид. Я что-то до сих пор про фотки с той вылазки выкладываю, нахожу. Но видишь? Ты представляешь? А прошло годы. Серег, прошло 2 или 3 года, понимаешь? Я уже год там не работаю даже. В этой коморке. И это шок. Понимаешь? И это шок. Я такой, вауч. Охренеть. Вообще сила вот это какой-то мысли или вот желание в тот момент, ну, в любой момент твоей жизни он достаточно... Это круто, короче. Это круто. Тяга. Я вообще на самом деле сейчас как-то думаю, я буду скорее снимать опять девок и прочее. Мне потому что так или иначе достаточно скучно порой бывает. Как бы скучно. Рано или поздно будет чуть... Откачу я обратно. А почему нет? Почему нет? Но зато круто, что все равно я так или иначе буду снимать, снимаю, продолжаю, уже варюсь в этой кухне, так сказать. А так интересно. Ну вот стритуха, блин, просто вот есть минус, если ты на телефон снимаешь, как бы ты не можешь бэкстейдж, да, показать. Если ты какую-то камеру задрипанную взял, ой-ой-ой-ой-ой-ой, то ты можешь бэкстейдж показать, да, от первого лица. То есть навесил себе сюда, снимаешь, как подошел. Привет, Ваня. У нас, кстати, я тут ругаюсь с подписчиками порой. Матюкаюсь. Да шо, вообще хамство тут у меня происходит.
Так. Что хочу сказать. Да, интересно. Опять же, ну дойдет до этого, не дойдет. Оно ж как может быть? Вудман. Да, Влад Вудман, да. Вот-вот. Да не, ну не совсем прям вот таких про фурсетка. Ну просто, блин, пройтись там по улице, подснять какой-то этой арки, не арки, уже поинтереснее. Ну, мне нравится это говно. Почему бы нет? Я все-таки, ну, долго не снимал тоже из-за того, что много работал. А сейчас, когда чуть остается времени, конечно, хочется вот чего-то такого. Интересно, клево. Да, с одной стороны, может, глупо, но... Полторы, что мне дособрать? Почему бы и да? А, вот в чем проблема. Сейчас главное запушить башню ему. И все. И он говна поест. Ситуация не из легких, если честно. А он в инвизу, сука. Он, видишь, прочухал. Я только хотел уйти, он ушел. Губы в пакете. Нет, я не знаю, кстати, он жива или нет. Хотел. Но это да, это кринж. Это кринж. Потом у руки базуки он снимал. Это было кринжово, да. Ну там, блин, там болезнь. Там реально, там болезнь вот этой хрени популярностью. Но у него раскрученная соцсеть. Не знаю, что это дает. Все равно какой-то, ну то есть она живет там где-то в трущобах, и какой-то там говнокрем рекламирует. Потому что хз. Хз. Может, подкрученный. Скорее всего, подкрученная аудитория. Не знаю. Не думаю, что она на плаву, как бы. Да, опять же, была бы она на плаву, она бы не поехала к руке базуки. Ну, типа, зачем? Там за 10 тысяч она поехала к нему там. Ну, типа, это кринж. Ну, хотя, может, там, да, мозгов-то не особо. Типа, нахрена тебе такой пиар, как бы, у него нету аудитории, он не на хайпе, ничего такого. Если у тебя там 300 тысяч подписчиков. Как бы. Не знаю, вот с коллабами я не шарю. Но они все делают коллабы, значит, не все так просто. Но это выгоднее, чем тратить на рекламу. Опять же, продукт как есть, так он не особый. Все это вообще продуктом можно назвать. Не шарю, я еще за это не разбираюсь, честно. Врать не буду. Блять, убил, сука. А так, да, есть прям удивительный персонаж. Походу выносит. Пилотку показывает. Да, даже не пилотку там, ну типа спать с ним, ну типа спать с этим чуваком и прочее. Пилотку-то она и так показывает. Ну типа, одно дело, даже какой-то там профурсетка, она сидит на своих соцсетях там, продает подписчикам, так сказать, себя и все. Типа нахрена тебе ехать, ты прикинь, через всю Москву там 2 часа. Какому-то типу, чтобы вот это вот, типа, все происходило в инханале, как бы. Ну, это какой-то кринж. Типа, одно дело, это если кто-то там на пике популярности, еще могу понять. Ну, типа, они там идут, чтобы а-ля засветиться. То тут... Тут не совсем. Блин, что-то его расфидели, кстати. Хреново дело. Вашу центральную башню атакуют. Расфидели. Такая странная история, конечно. Ваша центральная башня. Непонятно. Разрушена. Они мне мид пушат. Силы света укрепили свои сооружения. У меня же пимиза пушат. Блин, хотелось бы вывести. Но может Сан Кинг поможет.
А, ну вот, неплохо. А сейчас я буду пушить его. Отвечу тем же, так сказать. Я сюда пойду. Да, видишь, он заметил, короче, и все. Ваша верхняя башня разрушена. А мне надо тэпнуть. Сейчас мне последнюю связку. А, блядь. А где она? Вашу центральную башню атакуют. А центр такой. Сейчас нам сюда пойти. Интересно. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Нашел. В наступление! Ты смеешь нападать на меня? А, монстр килл, да. Дабл килл. Третий разряд. Ой-ой-ой, опасно, очень опасно. Он прям за мной бежит. Мне хорошо известно. Так. Встреча. Так, что тут? Нейтральный. Пусть противник. Мне надо нафидиться чуть-чуть. Сейчас, если нафидиться, нормально будет. Верхняя башня противника разрушена. Приказ получен. Да. Сражайся. Вашу нижнюю башню атакуют. А, ну мы вдвоем можем развивать. Кинг. Силы света укрепили свои сооружения. А, вот он один. Ваша
башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Ваши центральные казармы атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Ваши центральные казармы атакуют. Ваши центральные казармы, ваши центральные казармы разрушены. Вашу нижнюю башню атакуют. Верхняя башня противника разрушена. Верхние казармы противника разрушены. Вашу нижнюю башню атакуют. Верхние казармы противника разрушены. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Хорош. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Ваши нижние казармы атакуют. Ваши нижние казармы атакуют. Ваши нижние казармы атакуют. Кинка, где я? Вашу верхнюю я к нему иду. Ну-ка, торм козьму. БКБ, блядь, что ли? Чё за хуйня? А почему чё это он, блядь, прожал? Если... Он такой прожимает. Ебать. Это такой он прожимает. Пиздец. Если серьезно, типа. Че у меня там за кражи? А, у него мажор. Сильвер Эйдж. Вашу центральную башню атакуют. Брашер. Блять. Суки. Зарядиться чуть-чуть. Вашу центральную башню атакуют. Если настаиваете. Ваша центральная башня разрушена. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня разрушена. Сука, ебали. Ёбок. Без промедления.
мудрец нападает. Бля. Пошли. Пошли, надо быстрее. Силы света укрепили свои сооружения. Центральная башня противника разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Не уйдешь. Что вы ждете? Нижние казармы противника разрушены. Нижние казармы противника разрушены. Уходим. Блять, они не пойдут за нами. Ёбаный. Вашу крепость атакуют. Все. Вашу крепость атакуют. Блять. Приступаю. Есть. Ваши нижние казармы атакуют. Непременно. Победили. Все, мы выиграли. Отлично. Ух. Легенда. Не знаю, это пойдет вообще в защиту? Ога. Приглашение в группу. Ога 4, это кто? А кто это? Не знаю, кто это.